угадаешь первым. О, я что, задел чьи-то чувства? Сейчас расплачусь. Вы можете помолчать? Я хочу поколотить их. Они рассержены не на шутку. Кого-то напоминает. Кого? Меня? Я же не такой злой, как они. Нет, такой. Ты так одержим своим геройством, что не замечаешь, как причиняешь боль другим. А, я никогда об этом не думал. Хватит болтать. Чем раньше мы вас победим, тем скорее сможем захватить эту жалкую планетку. Вы думаете, что сможете только из-за того, что испытываете эмоции? Каков план? Оскорблять? Глупая сестра Бена. Ты не представляешь, насколько мы сильны. Макс, твоя прическа не модная. И это главный козырь. Я бы посмеялся, если бы не было так грустно. Гвен, сделай так, чтобы дедушка не переживал. А я займусь ими. Мне всегда все самое трудное. Итак, мы начинаем вечеринку. Сейчас я буду... Гвен, ты же не бросила палку, да? Она молодец. То есть, что вы стоите? Давите его! Давите? Это вас пора раздавить. Что? Смотри, что ты наделал. Они все поняли. Двое лучше, чем один. А три лучше, чем два. Что? Страйк! Никого не забыли? Что? Привет! Стоять! Как так? Голова крепкая. Драка — это моя специальность! Почему ничего не работает? Хейло, помоги нам! Быть уникальным и сложным хотя бы как снежинка в кучке снега. Нытик! Вы все трое нытики! Согласен! Не слушайте их! Это кто здесь нытик, а? Сам посмотри! Странные роботы на горнолыжном курорте. 1 миллион просмотров. Я смотрю на вас двоих, и мне хочется плакать. Он прав. Мы ведем себя как люди. Фу, мерзость. Лучше нам избавиться от человеческих черт и быстро отключить регуляторы эмоций. Теннисон, я сейчас дул! Как ты посмел нами манипулировать? Мы тебя уничтожим. Уничтожим? Ну попробуйте. Что? Опять сбой в работе! Раздражает, правда? Погоди, Теннисон! Я тебя... Эмма Бен, приготовься к исчезновению! Я отомщу тебе, Теннисон! Гвен! Бен! Молодец! Посмотри, забавное видео, да? Отлично! Что?